Привет всем! У нас завтра уже Пасха, и сегодня последний день перед Пасхой я делаю торт в виде кролика. Вот он у меня такой будет. Такая у меня форма. Классная. И вот эти вот штучки снимаются и открываются. Две половины, и там будет торт в виде кролика. Сейчас покажу на коробке, как они показывают. Вот, вот какой кролик получится. И еще есть такая же форма овечки. Но я спросила Никиту, что будем делать, кролика или овечку. Он выбрал кролика. А здесь вот такой вот кролик. Просто помадной, ой, помадной, господи, сахарной пудре посыпали. Вот. Ну, я посмотрю, я, может, покремлю. Я вот уже тесто уже сделала и сюда закинула. Вот я сейчас это самое хорошо его туда толкаю, чтобы до головы и до ушей дошло тесто. И потом распрямлю и в духовку, в согретую духовку положу. Все, я уже запуталась, я уже русский язык забыла. Потому что только что разговаривала с сыном на итальянском, и тут уже все из мыслей. Мысли, короче, вот так перевернули. Вот это каша такая. Вот я уже тортик сделала. Сейчас покажу. Уже испекла, вытащила его из духовки. Пусть немножко остынет, я его потом открою и вытащу. А здесь я варю яички к Пасхе. Здесь будет три цвета. Три яичка синего цвета, а здесь три яйца. Будет красного цвета, еще и даже в красно-луковой шелухе. Вот так вот. И там сделала сразу не узорами, попробую. Первый раз я сделала так, таким образом. Как? Уже этот тортик. Вот он наш пасхальный кролик. Надо его как-то вытащить еще из другой половины. Ну вот, готов наш кролик. Я его, пусть он еще немножко остынет. Я его потом прокреплю, украшу. В общем, сделаю красиво. Здесь мы с Никитой так украсили. Мы еще в прошлом году вырезали этих кроликов разных цветов и украсили так лестницу. И на окошке я повесила двух кроликов, чтобы с улицы тоже видно было, что нынче Пасха у нас. Вот это все поделки Никита сам делал в школе. Здесь тарелки, там цыпленочек какой-то, это с прошлого года, по-моему, или с прошлого. Это в этом году он сделал вот такую вот корзинку. Красивая. И вот в этом гнезде тоже какой-то птенчик. Цветочки тут везде. И здесь написано Happy Easter. Это, ну, это типа счастливый Пасха. Вот он мой зайчик. Пасхальный кролик. Сейчас я собью крем и украшу его кремом. И вот здесь вот у него яйцо пасхальное. Сегодня, кстати, уже Пасха. Всем Иисус воскрес. Мы уже с утра были на святой мессе в церкви. И потом пошли на обед к свекрам. Я так наелась, уже не могу. Но я к праздничному ужину готовлю. Вот заканчиваю этот тортик. И потом сделаю салат крабовый. Будет еще антипасты всякие. И посмотрим еще, потому что мы сегодня после обеда так наелись. Офигеть, не знаю. Но в общем, все равно как-то отпразднуем. Всех с праздником, Иисус воскрес! Ну вот я уже наложила на бедного кролика Роджера крем, сбила крем и вот так вот украсила. Глаза, конечно, немножко страшненькие получились, но что получилось, то получилось. У меня остался немножко крема, так я тут украсила немножко на тарелке. А вот это яйцо пасхальное. Кулинарка, блин, ёкаламэ. Мне надо еще учиться и учиться. Вон мне муж сделал подарок. Сейчас покажу. Вот эти вот насадки. Всякие разные насадки для кулинарного шприца, чтобы делать разные цветы, лепесточки, украшать, короче, торты. Так что мне еще учиться и учиться. Надеюсь, все-таки моя мечта сбудется. Пока всем еще раз с праздником!